Производство киностудии «Дефа», ГДР. «Охота за сапогом». Звукооператор Вольфганг Хёфер. Авторы сценария: Ганс Альберт Педерцани, Конрад Петцольд. Режиссер: Конрад Петцольд. Оператор: Зигфрид Хёнке. Художник: Ганс Поппе. Композитор: Гюнтер Хаук. Роли исполняют: Гюнтер Науман, Герри Вольф, Раймунд Шельхер, Штефан Лизевский, Петер Кивит, Зигфрид Киллиан, Пауль Бернт, Вернер Зенфтлебен, Ганнес Фишер, Вольфганг Бёме, Матиас Бёме, Урсула Хертинг, Штефан Глятцер, Зигфрид Спори, Михаэль Лякус, Андрей Янка, Петер Майер. Зима 1932 года. Как? Такой горячий. А за кого они голосуют? Каждый за своего кандидата. Недавно только они голосовали. Вот, Як, возьми. А ты газ погасил? Да. Хочешь глоток? Сынок, где мой кофе? Сейчас, папа. Чего ты вертишься под ногами? Ты мне мешаешь работать. Тебе что, на улице снега мало? Лемхен, не бойся этой старухи. Я тебе уши надеру, сопляк. Не советую, фрау Каренке. Его отец – начальник полицейском участке. Вот как. Что такое? Мы приделываем ей пуговицы. А разве я вам разрешил? Мой папа комиссар, а я ваш инспектор. Я тоже инспектор. Ты, как бы не так. Если ты дашь мне шоколад, я тебя сделаю замом. А что это такое? Это мой заместитель. Будешь заместителем инспектора. Я сделаю нос. Пожалуйста. Пожалуйста. Твой сын явно не того агитирует. Юля! Это же тот газетный писака, Шиман. Из Красного Знамени. Он еще и пионер-вожатый. Занимайся своим делом и не лезь. У моего папы есть получше этого. Идемте все. Шиман будет нас снимать. Я встану в первый ряд. Отойдите отсюда. Он снимает избирательный участок. Зачем? Это репортаж для газеты. Вот это фотоаппарат. У моего папы получше этого. Вы же социал-демократ? Ну и что? Почему же вы агитируете за союз домовладельцев? Потому что мне платят за это. Зачем ты у снежной бабы откусил нос? Я ничего не ел сегодня. Инспектор! Чего тебе? Отдай ему шоколад. Я его съел. На, ешь. Ты рехнулся? У евреев я не беру. Почему? Немецкие дети, не играйте с евреями! Это явная провокация. Я тебе запрещаю с ними играть. Ты нам не указчик, воображала. А я с тобой не играю. Они меня оскорбили. Ты надутый пузырь. Проваливай. Спокойно. Смотрите, как он одет. Он похож на пугало. Это пальто он получил из России. Пугало огородное! Пугало огородное! Пугало огородное! Пугало огородное! Пугало!
Замолчите вы! Разве Пауль виноват, что он плохо одет? У его матери нет работы. Я этого не знал. Не тронь его. Твой отец тоже безработный. И твой тоже. Как вам не стыдно? Что такое? Неужели вы разрешите девчонке поучать вас? Бейте красную банду! Взгляните, люди! Только эта снежная баба станет голосовать за коммунистов! А ну, подержи. Ну что, ты тоже в морду хочешь? Ты что, взбесился? Отпусти меня, свинья! Отпусти, отпусти! Штурмфюрер! Штурмфюрер, сюда! На помощь! Штурмфюрер! Свинья! На помощь! Подъезд, быстро! Папа, иди, помоги. Это дерутся коммунисты, а мы социал-демократы. Кретин, вот ты кто. Драка началась возле избирательного участка. Так, значит, что это? Кто здесь повесил человека? Не повесил, а подвесил. Это разница? Это он сделал, папа! Сам видел! Надеть наручники! Красная сволочь! Штурмовик Мюллер! Господин комиссар, коммунисты напали на избирательный участок! Они теперь все свалят на Шимана. Не он начал. Ребята, вы напрасно стоите у окна. Папа, мы хотим пойти в полицию. Нет, нет, нет. Там вам делать нечего. Мы должны рассказать, как все было на самом деле. Вам все равно никто не поверит. Красный Як подстрекает весь класс. И ребят на нашей улице тоже. Наблюдай за ним, а потом доложишь. Хорошо, папа? Быстрее сюда. Нам предстоит дело. Какое? Здесь нельзя говорить. Пойдем туда. Юля! Шимон, твой аппарат! Я зайду за ним сегодня вечером. Надо будет подкараулить его. Нет, шпионить мне не по душе. Шпионить? Это называется выслеживать. Я организую клуб ищеек. А вы будете тайными агентами. Агентами? Вот здорово. И будете мне все подчиняться. Подчиняться обезьяне? Можешь не вступать в клуб. А мне не хочется. Тогда мы будем тебя лупить, как Яка и его шайку. Меня не испугаешь. Убирайся отсюда. Быстро. А я как раз пойду медленно. Если предашь, берегись! Мы должны их накрыть. Накрыть? Что это значит? Вывести их на чистую воду. Записывайте все, что они будут делать. Это приказ моего папы. Они будут за вами шпионить. А зовется шайка «Ищейки». Тогда мы назовемся... «Красное знамя». «Красное знамя»? Так же, как газета? Это будет наша шайка? Нет, наша группа. Во-первых, надо проколоть шины у его велосипеда, чтобы не катался, дурак, чтобы он не смог развозить свои газеты. Это же подло. Ты что, тоже коммунист? Я даже не знаю, что это такое. Значит, ребята, я могу на вас рассчитывать? Никто не нарушит нашего договора? Все согласны? Конечно. Ну а ты? Нет, я с вами не пойду. Я социал-демократ. А мы юные пионеры. Мы должны объединиться, а то нас всех сдуют. Я боюсь. Если они тебя тронут, я им сам всыплю. Значит, вместе?
идет. Пауль, на лестнице кошка окатилась. Где? Здесь кто-нибудь есть? Может, это кошка? А, я, наверное, мышка, да? Счастливо доехать! Ну как, порядок? А как же, теперь он далеко не уедет. Давайте посмотрим. За ним, бегом! Свет! Будьте осторожны! Давай! Все в порядке. Он повернет назад. А в подъезде мы его взгреем как следует. Этот вахмистр еще торчит в пивной? Да, он там. Ну как, налить? Да, принесите еще два пива. Я ведь на дежурстве. Никто не увидит. Принести что-нибудь? Что? Нет, ничего не надо. На таких не разбогатеешь. Ваше здоровье. Шесть часов, надо идти. Но ведь на улице все тихо. Я думаю, он не придет. Придет. Ну, вот и все. Теперь возьми гайки. Без вас я бы провозился целый час. У тебя нет перчаток? Нет. Бери мои. А как же ты сам? Ну, мне пора идти. Як меня ждет? До свидания. Скорей, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Чего ты там копаешься? Влезай. Куда вы? В полицию? Я хочу домой. Нет, ты должен идти с нами. Ну, я пошел. Куда вы спешите? Я уже опоздал, мне пора в обход. Но ведь сейчас только 6 часов. Начало 7. Шиман! Ничего особенного. Обычная драка. Ступайте, дети. Нет, папа, они его убили. У них были угловатые головы. Мы точно видели.
Уголовный отдел. Освободить двор. Не мешайте полиции. Проходите, не останавливайтесь. Мои газеты, я должен собрать газеты. Иди отсюда. Трогать ничего нельзя. Где советник полиции Клиш? Он в пивной. Значит, вы были здесь один, когда все это случилось? Хозяин находился в погребе. Это я знаю наверняка. И все-таки я был здесь не один. Кто же был здесь еще? Этого я не могу сказать. Откуда же вы знаете, что здесь кроме вас были еще какие-то люди? Они громко говорили. А их было много? Двое. Вы могли бы узнать их голоса? Нет. Ах, как обидно. Комиссар Хушки из 20-го участка. Это вы сообщили об убийстве? Я, господин советник. Вы мне еще понадобитесь. Я только пойду подсчитать голоса. Вы на этой улице всех знаете? Почти всех, господин советник. Оставьте. Вольно. Этот Бютнер — коммунист? Активный, господин советник. Так. Мне уже все ясно. Убитый был, конечно, национал-социалистом. Нет, коммунистом. Так же, как и Бютнер. Коммунистом. Да, и пионер-вожатым тоже. Ясно. Ну, доктор? Удар тупым предметом по голове. Череп пробит. Труп сейчас увезут. Пожалуйста, кружку пива. Теперь можете собрать свои газеты. Наш Шимон. Такой хороший человек. Это же газета нацистов. Она вышла 2 часа тому назад. Кто-то наступил на нее. Это след убийцы. Главная опасность — коммунисты. Тут нужны крутые меры, комиссар. Крутые меры. Да, господин советник. А с убийством-то как? Если вдруг выяснится, что это сделал штурмовик. А вы пошевелите мозгами. Гитлер станет рейхсканцлером, независимо от результатов выборов. Поэтому, пожалуй, не стоит озлоблять штурмовиков, а то можно потерять и форму. Я вас понял, господин советник полиции. Очень хорошо. Попытаемся все тщательно расследовать. Найти новые нити. Но для этого нам понадобится время. Ясно, господин советник полиции. А потом дело будет прекращено. Раздобудьте мне какие-нибудь улики против коммунистов этой улицы. Да, но разве поверят, что они убили своего же товарища? Не исключено, что они ошиблись в темноте. А также можно допустить, что причиной убийства были личные счеты или борьба за власть. Шимон мог иметь при себе какие-нибудь ценности. Ну ладно.
А теперь начнем с другого конца. Внимание! Давайте пропоем еще раз второй куплет. Смирно! Сесть! Кто из вас выходил из этой комнаты между половиной шестого и шестью вечера? Никто не выходил, господин советник. Мы здесь с пяти часов поем песни. Да, это мы слышали. Никто из нас не выходил даже в уборную. Петь так петь, и никаких глупостей. У нас, в конце концов, дисциплина. Если вы думаете, что кто-нибудь из нас... Вас никто не подозревает, наоборот. Следствие веду я. Штурмовик Мюллер. Позовите хозяина. Пусть он подтвердит, что никто не выходил. Сейчас позову. Он, наверное, там. Господин Ламмерс. Что случилось? Вы должны дать показания. Показания? Да, дети. Неизвестно, обратит ли внимание на это полиция. Как же они могут не обратить внимания? Здесь же явный след. Пусть проверят. Явная улика. Здесь мог пройти кто-нибудь другой, живущий в этом доме. Но что бы он стал делать возле помойки? Он мог вынести ведро? В темноте? Папа, я уверен, что убийца оставил этот след. Нам нужно найти этот сапог. Это очень важно. Что вы сказали? Коммунист Бютнер? Он стоял во дворе у ворот. Откуда вы знаете? Вы ведь не выходили. Мы его видели в окно. У него в руках было что-то похожее на дубинку. Ах, вот как. Что вы здесь делаете? Пивная закрыта. Советник полиции велел мне остаться здесь. Верно, господин Бютнер. Я, видите ли, хотел вас спросить, что вы делали в 6 часов вечера во дворе? Во дворе? Лгать бесполезно. За вами наблюдали. Надо бы его обыскать. Я не нуждаюсь ни в чьих советах. А вдруг он носит с собой пистолет? Не мешает проверить. Дайте портфель. Вот, пожалуйста. Выньте все. Ну? Что же вы? Это выньте сами. Я не окажу вам такую любезность и не оставлю отпечатки своих пальцев. Ага. Дубинка? Вы, конечно, не знаете, как эта штука попала к вам в портфель. Ведь так? Теперь я это знаю. Наручники.
Ловко сработано. Будь начеку, мальчик. А газету? Жди от меня новостей. Что за газета? Очевидно, он дал мальчишке какую-то газету. Газету? Ничего он мне не давал. Покажи руки. Ты? Ты? Ну, а ты? Вон отсюда! Все, вон! Быстро! Не задавайся, мой мальчик. Мы сразу поняли, кто убийца. Иди, хвастунишка. Инспектор, бежим. У них есть какая-то газета. Фриц, иди домой. Я должен все сначала обсудить с моим отцом. Билли. Пошли. Мне тоже пора домой. Маменькин сынок. Здесь не хватает гвоздя, и тут тоже. И железка на каблуке перекосилась. Как нам найти сапог, который оставил этот след? Надо его искать. Думаешь, легко смотреть столько сапог? Но они выпустят отца Яка, если мы найдем убийцу. Нам его не найти. Мы обязаны. Когда папу уводили, он сказал про газету. Это же неспроста. Завтра я схожу к нему. Эй, мальчик, зайди на будущей неделе. Мне нужно повидать отца. Это очень срочно. Пустите меня. Ничего не выйдет. Приходи на следующей неделе. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Здравствуйте. Здравствуйте, фрау Карнке. Повсюду только и разговоров, что об этом убийстве. Вот уже не думала, что Бютнер на такое способен. Он был всегда таким милым, спокойным человеком. Что же вы молчите, мастер Фридберг? Ну, фрау Карнке, что вы мне принесли? Это сапоги Булриха, тот пьяница, у которого я убираю квартиру. А, косячки и набойки. И обить гвоздями. Он говорит, что сапоги должны стучать, когда идешь. Да-да. И еще он говорит, чтобы я не несла их в починку к еврею. Вот как. Тогда, пожалуйста, я вам их верну. Да что вы, ни в коем случае. Лучше не надо. У меня могут быть неприятности. Нет, нет, мастер, не нужно плясать под их дудку. А то вся эта шайка обнаглеет. Можно подумать, арийский сын чем-нибудь отличается от еврейского. За сапогами приходите в субботу. Раздобудьте мне до субботы какие-нибудь новые улики против него. Разве вам недостаточно того, что вы нашли в портфеле? Портфель все время лежал на столе. Каждый мог засунуть туда все, что угодно. Но кто вас заставляет строить такие предположения? Коммунистическая пресса, мой милый. Полиция покрывает штурмовые отряды. Нам нужны новые факты обвинения. Но главное, это убедительный мотив убийства. Я знаю нескольких штурмовиков. Майера, он живет в доме 14. И еще Шройдера. Они живут в доме 6. Я тоже его знаю. Я тоже кое-кого знаю, но этого недостаточно. Хорошо бы иметь полный список. Он есть у штурмфюрера. Так он тебе его и даст. А вдруг они отдадут свои сапоги в починку? Тогда мы ничего не узнаем. Я могу посмотреть в книге заказов. Но как мне узнать фамилии всех нацистов? Знаете что? Фанни и Герда заглянут в книгу заказов, а мы с Яком раздобудем список. Откуда? Я знаю, у кого он есть.
и каждый нацист нашей улицы в нем записан. Нападем на него. Куда они бегут? Я сам видел. У Яка был фотоаппарат. Теперь Як живет у Пауля, и аппарат спрятал у него. Ограбление с убийством. Цель — похищение фотоаппарата. Это звучит убедительно. Ваш сын — толковый парень. А обыск будет? Ну а как же? В книге заказов нет ни одной знакомой фамилии. Ну? Что вы делаете? Мы? А мы тут немного прибрали. С чего это вдруг? Мне эту куклу нужно поменять. Заказчики приходили? Нет, папа. Он ничего не заметил. У этой куклы нет больше глаз. Так, хорошо, пожалуйста. Превосходный выстрел. Ну что, мой мальчик, теперь твоя очередь. Постреляем? Ты, наверное, метко стреляешь. Смотри, не забери все призы. А деньги-то у тебя есть? Только на один выстрел. Ничего, главное — попасть в цель. Целься в розу. Королеву цветов. Господа, каждый может выиграть приз. Не проходите мимо своего счастья! Ну как, удалось? Нет. Я видел, как они шли за ним. А почему, не знаю. А у Яка был фотоаппарат? Он, наверное, спрятал его у себя дома. Если мы добудем фотоаппарат, мой отец подарит нам духовой пистолет. Он обещал? Пришел, наконец? Постойте, ребята. Як живет теперь у Пауля. И ты хочешь забраться туда? Нет, он не сам вынесет аппарат. Он вынесет не тебе, а тебя. Вот он идет. Спроси у него. Не обращай на них внимания. Я его надую. Как? А вот как. Я отнесу свою сумку домой, а ты не спускай с них глаз. Мы с Яком придумали пароль. Для чего? Если тебя кто-нибудь из банды фрица о чем-нибудь спросит, ты должна ему сказать «сапог». А он должен ответить «подметка». Сапог. Подметка. Идите быстрей! Он там? Там еще кто-нибудь есть? Фанни! Но это не страшно. Ты слышал, о чем они говорили? Нет, они шептались. Идите!
Пошли. Какая симпатичная. Я тебе ее дарю. Ее зовут Фанни. Пауль, иди-ка скорее сюда. Это я, Як. Быстро принеси фотоаппарат. Комиссар идет. Комиссар? Подожди, Пауль, спроси пароль. Сапог. Сапог. Что? Аппарат в сапоге? Нет. Он у тебя в ухе. Все лопнуло. Нечего нас ослеплять, обезьяна. Зажги свет. Як? Курт хотел меня надуть. Он посветил мне большим фонарем в глаза и сказал: «Это я, Як». Вот зачем он охотился. А как ты его узнал? Я же соображаю. Спросил у него пароль. Что мы будем делать с фотоаппаратом? Это должен решить мой отец. А когда твоя мама вернется? Поздно, она на собрании. Вот было бы здорово выудить у Курта список. Он хорошо стреляет. Завтра мы устроим состязание и позовем его. Состязание? Когда он будет стрелять, мы стащим у него список. Ты будешь их тенью. Тенью? В темноте? Болван, ты должен следить за ними с утра до вечера. Мяу! Я сейчас приду. Пока Курт будет стрелять, вы вытащите у него список. Договорись с Фанни, только бы он не заметил. А, вот он. Что у вас тут такое? Состязание. Восьмерку. Это приз. Я могу участвовать? Ты? Ты умеешь стрелять? Ну что ж. Эй, ребята. Як Бютнер дома? Да, то есть нет, нет, неизвестно. Конечно, он дома. Очень хорошо. Обыск. Пошли. Фотоаппарат. Надо предупредить. Мяу! Полиция.
Полиция! Откройте немедленно! Сейчас открою! Давай. Здорово получилось. Пусть теперь ищут. Ничего. Ван! Рано радуетесь. Мы? Чему? Фриц! Эй, Курт! Постой, не уходи. Ну что, Курт, будешь стрелять? А как же газеты? Я не успею их разнести. Пусть идет. Он, видно, не хочет посрамиться. Давай ружье. Нет, сейчас очередь соколиного глаза. Отойдем в сторонку. На тебе ружье. Нельзя мне стрелять. Кто это сказал? Папа, он против войны. А мы что, за войну? Ну я даже не умею. Стреляй, а то он что-нибудь заподозрит. Десятка? Неплохо. Десятка? Что-то странно. Не хвастайся, в 12 попадают очень редко. Одиннадцать? Даже 12 задето. Ты выиграл. Постойте, я еще не стрелял. Девятку. Я отнесу ружье. Наплюй на ножик. Главное, что у нас есть списки. И еще фотоаппарат. Эй, подождите! Ты где пропадал? Я за ними следил. Узнал что-нибудь? Конечно. Что-то очень важное. Ты? Про фотоаппарат. Где он? Говори. Говори скорее. Пойми, если мы найдем фотоаппарат, вся эта банда попадет в колонию. В колонию? Конечно. Их заберут у родителей? Ясное дело. Говори же, наконец, где фотоаппарат. Не знаю. Хвастун! Обманщик! Не такой еще хочет быть сыщиком! Идет! Вы на что-то наступили? На что? Не на варенье, конечно. Ошибочка, простите. Банда. Ну? Не он. Четвертый уже отпадает. Все идет слишком медленно. Да. Нам надо разделиться. Вы наступили на что-то. Вы на что-то наступили!
Вы наступили на что-то. Эй, вы! Вы наступили на что-то! Вы наступили на что-то? Шпион. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. А убийцу еще не нашли. Бергера можешь зачеркнуть? Это не он. Проклятье. Что же делать? Надо придумать что-нибудь другое. А то фрицы и его банда пронюхали, чем мы занимаемся. Чтобы они ничего не поняли, нам нужно действовать по-новому и поодиночке. Ваш муж дома? Нет, он на работе. Мой отец недавно чинил его сапоги. Герда, идем! А я, кажется, спутала и выдала ему по ошибке чужие. Подождите. Вот его сапоги. А, значит, все в порядке. Извините, пожалуйста, это не они. Ну, конечно, нет железки, и те не были перекошены. Здесь живет Булрих, идем. Здравствуйте, фрау Булрих. Что вам надо? Ваш сын дома? Нет, он уехал. Идет. Осторожно, не падайте. Мой автобус. Черт возьми. Фрау Каренке, смотрите, что эти хулиганы вытворяют. Что? Ах, негодяи эдакие! Убирайтесь отсюда! Чищу обувь за 10 фенигов. Чищу обувь по очень низкой цене. Воспользуйтесь скидкой и спешите начистить туфли. Мужские сапоги чищу без наценки. Штурмовикам особые льготы. Вам я почищу даром в рекламных целях. Только побыстрее. Один уже есть. А это зачем? Туда набился снег, я почищу. Его можно зачеркнуть. Так. Ты многих проверил? 5. Но пока ничего. Сколько осталось? 12. Так много? А послезавтра суббота. У девочек, наверное, тоже есть новости. Здравствуйте! Меня прислал мой отец, сапожник Фридберг. Ваш муж отдал свои сапоги в починку, и он... Мой муж отдал чинить сапоги? Да, он приходил к нам на прошлой неделе, но... Ах, какие нахалки! Да вы что, взбесились? А ну убирайтесь отсюда! Пришли издеваться! Не смейте больше тут появляться! Ее муж сидит уже больше года. В тюрьме? Так долго можно сидеть только там. Он вор. Я хочу домой. Сейчас, моя маленькая. Мы зайдем только еще в одну квартиру. Ладно? Ну, идем. 6 человек осталось. Дай-ка мне список. Кто это такой? Барш. Штурмфюрер. Эти оба безработные. Вот свинство! Булриха надо было в первую очередь проверить. Мы заходили к нему. Он был в отъезде. В отъезде? Удивительно. Мюллер! Где вы были? За городом, на даче. Мы решили, что нам на время нужно исчезнуть. Идиоты. Вас теперь заподозрят. У них ведь есть Бютнер.
Если им придется освободить его? Придя к власти, мы уже не будем убийцами, а станем героями. Да, положение у меня безвыходное. Вы поезжаете к матери в деревню. Да нет, там тоже не лучше, чем у нас. Это пятый, не он. Какая холодина. Что ты здесь делаешь? Чищу тебе ботинки. Ты мне? На улице? А складной стул и скамейку ты специально для этого притащил с третьего этажа? Ты не имеешь права на эту работу. Мне стыдно за тебя. Ты отнимаешь хлеб у многих людей. Собирай вещи. Это все влияние Яка Бютнера. С сегодняшнего дня я запрещаю тебе общаться с коммунистами и убийцами. Отец Яка не убийца. Значит, полиция ошибается? Так ты считаешь? Здравствуйте, господин комиссар. Я могу объяснить, как все это произошло. В воскресенье, около 18:00, Бютнер тихонько вышел и стал караулить свою жертву с дубинкой. Нет, вы ошибаетесь, господин комиссар. Уже после 6, когда вы ушли из пивной, господин Вахмистер, я видел Бютнера, сидящего за столом. Да, это не исключено. Когда вы вышли из пивной, Шимон был уже убит. Да, пожалуй, что так. Только я успел выйти, как услышал чей-то крик. Выбежал во двор, а он там лежал. Значит, Бютнер никак не мог этого сделать. Он же сидел в пивной. Вы можете подписать под присягой, что Бютнер не выходил из пивной? До 6 не выходил. Я ведь был там. Ты слышал? Теперь твоего отца освободят. Чепуха. Необходимо найти убийцу, чтобы они не придумали новую гадость. Так и напишите в своем протоколе. Гемзе говорит, что если мы сейчас же не освободим Бютнера, то он напишет в газету «Красное знамя». Это может вызвать скандал. Очень интересно. Социал-демократ Гемзе переметнулся к своим противникам-коммунистам. Скажи-ка, Фриц, сын этого Гемзе тоже водится с Яком Бютнером? Да, это все одна шайка. Фриц, выйди-ка на минутку. Очень хорошо, Хушки. Теперь все ясно. Раз сыновья товарищи, то и папаши держатся друг за друга. Они все заодно. Но ведь вахмистер Крюгер, который в тот день совершал обход, подтверждает показания этого Гемзе. А вы еще раз спросите его? Слушаюсь. Сейчас спрошу. Вахмистер Крюгер! Господин комиссар? Ведь вы сидели спиной к Бютнеру, не так ли? Да или нет? Так точно. А затем Бютнер встал и вышел ненадолго, так?
Нет, я абсолютно убежден, что... А вы подумайте хорошенько, а я подожду. Кто знает? Может, он и выходил на минутку. То-то же. Сигару? Благодарю. Теперь я уверен, что он выходил. Гензе так заговорил меня, что я мог не заметить. Да-да, пишите подробный рапорт. Слушаюсь, господин комиссар. И еще попытайтесь выяснить, куда девался фотоаппарат. Гер, да мне холодно. Пойдем, я отведу тебя наверх. Осталось четверо. Мюллер, Булрих, Кубалик и штурмфюрер. Вот он как раз идет. Попроси его показать сапоги, тогда останутся трое. Дай пройти. Ты что-то потерял? Нет. Ребята, взгляните на это. Штурмфюрер оставил нам отпечаток своего сапога. Нет, это тоже не он. Его можно вычеркнуть. Сейчас штурмовики сидят в пивной. Мы перед дверью устроим снежную ловушку. Снежную ловушку? Мы выровняем снег, а они оставят на нем следы. А кто же их выманет оттуда? Я. Только вызывай их по одному. Булрих, кажется, слесарь. Он сейчас безработный. Налейте воду перед дверью Мюллера. Быстрее только. Когда все будет готово, подайте мне знак. Бежим! Германия возродится, если последует за фюрером Адольфом Гитлером. В чем дело? Тебе что, жизнь надоела? Меня послала дворничиха. У Мюллера лопнула труба. В моей квартире? Да, она вся затоплена. Это же мальчишка Бютнера. Если не хотите, не идите. Пусть так и останется. Ты ведь живешь на пятом этаже? Весь дом может залить. Ступай, Мюллер. Вот это отпечаток. Да, действительно, первый сорт. Гвозди еще не стерлись. Так. Пойду за следующим. Мюллер лопнет от злости. Черт возьми! У Мюллера ничего не получается. Вода уже течет по лестнице. Этому идиоту нужно было перекрыть главный кран. Я слесарь, штурмфюрер. Почему же вы сразу не пошли с ним? Быстрее, сматывайтесь. Слушаюсь. Это не он. Откуда ты знаешь? На нем были полуботинки. Если бы у него были сапоги, он, конечно, надел бы их на учение. Остается проверить Хубалика. Да, он последний в списке. Штурмфюрер, я что-то знаю. У Мюллера... Знаю, лопнула труба. Нет, это враки. Я совсем не был у Мюллера. Скорее, держите их. Сейчас же открой.
На помощь! На помощь! Тут кто-то звал на помощь? Это мальчишки играют разбойников. Да? Я их выгнал на улицу. Я буду решать, кого выгонять на улицу, а кого нет, понятно? Як? Они тебя избили? Да. Кубалик. Ах, вот вы где. Идем, Як. Поторапливайтесь, штурмфюрер ругается. Как вашу ногу упаковали, Хубаляк? С воскресенья лежу в гипсе, сегодня в первый раз встал. Ничего, не огорчайтесь, все будет в порядке. Значит, не он убил Шимона? Это был последний из списка. Что же теперь делать? В подъезде лежит мальчишка. Я никого не видел. Слишком мало ему досталось. Надо было отделать его как следует. Фрау Каренке! Пожалуйста, отнесите мои сапоги к сапожнику. Вы хотите разуться на снегу? Да нет, это новые, а старые здесь. Ну что ж, починим ваши сапоги. А когда мои будут готовы? Завтра я их вам принесу. Только, пожалуйста, сдайте их в починку сапожнику Краузе, а не этому еврею. Хорошо. Он сказал, не отдавайте их еврею. Только не еврею. Вот значит как. Я вижу, вас ничем не выведешь из себя. Если бы меня так обидели, я бы со злости поломала всю мебель. Мою мебель и ломать не надо. Неужели это вас совсем не волнует? У меня нет времени волноваться. Я должен работать. Вот сапоги господина Булриха. С вас 75 пфенигов. А за сапогами Мюллера зайдете послезавтра. 50, 60, 75. Мы, наверное, напутали что-то. Кто бы мог думать, что так получится? Но мы сделали все, что смогли. Ребята, играть в подъезде нельзя. Сколько раз прикажете вам повторять? А мы не играем. Что? А ну, малокровные, марш на свежий воздух. В такую прекрасную погоду разве можно сидеть в помещении? Фрау Каренке, кому вы несете сапоги? Штурмовику Булриху. Твой отец починил их. Это я виновата. Ничего не понимаю. Идите, они там. Я виновата. Я одна во всем виновата. А теперь сапоги починены. Но мы же сделали все, что могли. Да не кричите вы так. Фанни. Что случилось? Я все испортила. Теперь нам его уже не найти. Кого вы собираетесь найти? Убийцу. А сейчас его уже не посадят в тюрьму. И во всем я виновата. Нет, Фанни, виноват я один. Это я вас втянул. Надо было поговорить со взрослыми. Ты имеешь в виду полицию? Нет, товарищи отца. Надо было им отдать фотоаппарат Шимона. Где аппарат? Он у вас?
Немедленно уберите его отсюда. Я отнесу его в редакцию. Ну что, герой, попался? Неплохая штучка. Свинья. Ну, Лемхен, конец красной шайки. Уведите их во двор. Нехорошо, дочка. У тебя тайны от отца. Скажи мне правду. О каком сапоге шла речь? О сапоге штурмовика. Фрау Каренке их принесла. Фрау Каренке сдала мне в починку две пары сапог. Нет, одну. Ты ошибаешься, папа. Нет. Одну пару в прошлый понедельник, а вторую сегодня. Сегодня? Не тот. Тоже не тот. Ты их уже починил? Я не успел. Что ты? Где они? Какой номер? Какой номер, папа? Сначала объясни, что случилось. Скажи номер, я прошу тебя. Ну что за ребенок? Всегда ты должна настоять на своем. Папочка, пожалуйста. Семьдесят восемь. Семьдесят восемь. Вот они. Здесь не хватает гвоздя. И здесь не хватает гвоздя. И подковка скошена на бок. Это и есть те сапоги. Ты видишь, подковка скошена. Грязная работа. Красная банда попалась на крючок. Красная банда попалась на крючок. Крепче стягивай, чтобы в тело врезалось. Иди в полицию и позови моего отца. А для чего это? Не задавай глупых вопросов. Приказ есть приказ. Ты еще не ушел? Сейчас уйду, сейчас. Запомни, никуда мы не пойдем. Нужно, чтобы об этом узнали товарищи. Ты, видно, с ума сошла. У меня нет товарищей. А у меня их много. Фанни, детка, выслушай меня. Ты должна понять. Мы не должны вмешиваться. Фашисты очень сильны. Мы сильнее. Мы. Нас, евреев, всегда угнетали. Мы везде одиноки. А теперь еще и нацисты. Оставайся, я пойду одна. Нет, не надо. Я пойду с тобой. Не беги же так. Надень сначала пальто. А
Ладно, ладно. Что тебе нужно? Твоих товарищей захватили ищейки. Они всех связали и ищут тебя. Наших ребят нелегко захватить. Да, но Фриц привел Гитлер-Югенд, и аппарат у него. А я должен пойти привести полицию. Что же ты не идешь? Фанни, я... Зачем же ты зашел сюда, мой мальчик? Здесь ведь не полицейский участок. Полиция заберет Яка в колонию. А говорят, там очень плохо. А мне его жалко. И вообще, я не хочу быть ищейкой. Мне теперь хочется с вами быть. Почему твой отец не идет? И Лемхин почему-то не возвращается. Я поищу его. Пауль, у меня есть нож. Где? В брюках, в правом кармане. Подлецы. Связать им ноги. Нет, не надо. Кто здесь командует, ты или я? Если вы им свяжете ноги, они не смогут идти. А куда им нужно идти? В полицейский участок. А разве мой отец не придет? Он сейчас придет. Где же ты околачивался? Я шпионил за Фанни. Она в овощной лавке. Что же ты сразу не сказал? Слушай мою команду. Все идем на штурм овощной лавки. Кто поймает Фанни, будет вожаком. Ну а ты? А я буду охранять пленных. Хорошо. Береги фотоаппарат. Здесь ее нет. Облава! Это же мужской. Ты постой у женского туалета. Як, не подходи ко мне. Сапог. Подметка. Это наш пароль. Он знает его. Мне Фанни сказала. Ты врешь? Нет, я перебежчик. Лемхин не врет. Развяжите нас. Они могут сейчас вернуться. Какие у них будут глупые рожи, когда они увидят, что вы исчезли. А мы не уйдем отсюда. Нас всех изобьют. Еще неизвестно, кто кого. Давай скорее. У Яка есть перочинный нож. Тут, в брюках. Аппарат у меня, господин советник. То есть, он у моего сына. Ступай, я сейчас приду. Что вы сказали? Да, да, конечно, не волнуйтесь. Он у меня смышленый. Аппарат в верных руках. Фриц, Фриц! Это Билли. Встаньте на место. Ты почему не ходил в полицию? Я заблудился. У красных, наверное. За это вы ответите. Билли Задаваку поймали за воротник. Меня? Это ненадолго. Стоять! Не с места! Вы все арестованы. В участок. Нам никто ничего не докажет. Он только что был в пивной. Если он только не ушел. Постойте, надо позвать детей. Трое останутся здесь. И вы рассчитываете, что я поверю этим басням? Они врут, папа, они врут. Нет, это правда. Здесь есть отпечаток сапога. А вдруг это отпечаток сапога Бютнера? У отца нет сапог. Это говоришь ты. А что, если мы найдем сапог, который оставил этот след? Если вы найдете. Но вы ведь его не нашли? Нет, нашли. Господин комиссар, смотрите, это он. Сапог? Вы его нашли? Он был у нас в мастерской. Фанни! Видите, все сходится. И ты об этом ничего не знал? Они меня перехитрили! Не бей, папа! Получишь месяц домашнего ареста, убирайся отсюда вместе со всей своей бандой! Улетучивайся, парень. Не трогайте, он наш. Ты серьезно? Да, мы принимаем тебя в нашу группу. Ну что, пошли в участок? Скорее, все в участок. Убийца тоже пойдет с нами. А не сообщите ли вы мне, кого вы считаете убийцей? Конечно, господин комиссар. Владельца сапога.
А кому принадлежит сапог? Вон этому. Ты комиссар. Вы куда? Клозет. Это ваш сапог? Конечно. Где вы его взяли? Это он. Он убил Шимона. Убийца. Вот как. Понятно. Значит, вы хотите поймать меня в ловушку, свиньи? Вы не понимаете ситуации. Хватит молоть чепуху. Хочешь вести двойную игру? Штурмфюреру ты сказал, что нас оставит в покое, а теперь ты решил засыпать меня? Слушайте, что вы здесь несете? Со мной эти штучки не пройдут. Я проучу тебя, сволочь. Вы с ума сошли? Руки вверх. Все. Отпустите, свиньи! Штурмфюрер! Болрих! Держите его! Держите! Крюгер! Арестовать его по обвинению в убийстве! В убийстве? Да помогите же! Пошли! Помывайте руки, негодяи! Смотрите, я все выложу! Это ты уже сделал, мой мальчик! Успокойся, Мюллер! Наш час пробьет! Час быстро проходит, штурмфюрер! Угловатые головы! Когда убили Шимона, мы ясно видели тени двух больших угловатых голов. Теперь я знаю, что это было. Это были шапки штурмовиков. Ты говоришь, две тени? Две? Их нужно арестовать. Стойте. Пойдете с нами в участок. Быстрее, они могут убежать. Далеко они не уйдут, не беспокойся. Стойте! Немедленно отпустите этих людей! Это незаконное вмешательство в дела полиции! Вы слышали, что я вам сказал? Отпустите его, или я вас арестую за нанесение телесных повреждений! То, что вы действуете заодно с убийцами, завтра будет напечатано в газетах. Будьте уверены. Вы, очевидно, совсем спятили, дилетант несчастный. Кто? Я? Я думал, что я выполняю ваше желание, господин советник. Вы так думали? Да, вы ведь сами сказали. А у вас есть свидетели? Нет, для чего? Господин комиссар, да? Господин комиссар, штурмовики маршируют. Гитлер стал рейхсканцлером. Ах так. Я обязательно сообщу начальству о вашей безукоризненной работе. Не забывайте, однако, что вы шли по указанному мною пути. Надеюсь, мы поняли друг друга. Да, господин советник. Любопытно, как в такой ситуации с Мюллером поступит господин прокурор? А Бютнера выпустят? Да. Очевидно, придется это сделать временно. Папа! Что-то не надо. Тут все свои. Ну, Бютнер, ваш сын настоящий Шерлок Холмс. Мой назвал себя Соколиным Глазом, а выяснилось, что он пионер. Я недавно принят. Теперь ты наш, красный. И несмотря на трудности, мы будем бороться за этот цвет. Фильм озвучен для киноклуба «Феникс» и проекта «Старое кино» в 2014 году. Конец фильма.